Турецкое мясо птицы, цитрусовые, гвоздики и соль. Минсельхоз страны заверяет, что их потеря не особо скажется на покупателях и предпринимателях. Уже через месяц с прилавков исчезнут турецкие лимоны и мандарины. Впрочем, забайкальцев это расстроит не сильно, ведь с заменой поставщика проблем возникнуть не должно. Да и судя по виду, турецкая продукция уже сейчас пользуется гораздо меньшим спросом, чем фрукты из стран бывшего СССР, например. Ну а уж турецких кур у нас никогда и не было. Забайкалье спасает география. Ведь если в европейской части страны ныне запрещенные турецкие фрукты и овощи занимают до 50% рынка, у нас их доля в разы меньше. Правда, причина, увы, не в хваленом импортозамещении. Те же помидоры мы уже давно привыкли ввозить из Китая. А потому никаких обращений или жалоб забайкальскому уполномоченному по защите прав предпринимателей пока не поступало. Ввиду нашего географического положения, все-таки нас вот эти ограничения в самой низшей степени касаются. Последствия мы, наверное, видим ближе к лету, потому что все-таки сейчас это направление не популярное. Если этот список будет расширяться, тогда, наверное, к этой теме мы вернемся. Если это коснется промышленных товаров, текстильной промышленности. Впрочем, спрос на турецкие дубленки у нас пошел на спад еще около года назад. Сидящие без денег забайкальцы в магазинах, где цена на дубленки начинается от 40 тысяч, идут все реже. Поэтому предприниматели уверяют, что последствий запретов на турецкое не боятся. Говорят, легко перейдут на более дешевый Китай. Радует, что возможные запреты на руку не только нашим соседям из Поднебесной. Конечно, мы ждем, что наши покупатели будут к нам заходить, не бояться смотреть, что наши российские производители также очень хорошо шьют, что это все модное, качественное. Поддержать местного производителя предлагают и неизвестные, расклеившие в центре Читы листовки сомнительного содержания. Не секрет, что и в Турции антироссийские настроения сейчас на подъеме. Наша землячка Мария, которая более 2 лет назад переехала в Анталию, рассказывает, что в Стамбуле российское посольство закидывают помидорами и яйцами. Здесь сейчас в Анталии все спокойно, вот в Стамбуле бушуют. То есть возле русского посольства кричат «Долой русских!». Моя мама тоже панику нагоняет, говорит «Возвращайся в Забайкалье, возвращайся домой, что там сейчас с тобой будет, вот, что будет с ее единственным внуком». И здесь сейчас тоже у всех будет безработица, потому что Анталия, она держится на туризме, очень много отелей, где именно русские отдыхают. И, разумеется, трудятся тоже. Из-за оттока армии туристов из России многие отели закроются, и турецким русским придется искать работу, не говоря уже о тех, кто выращивает те самые запрещенные овощи. Алена Ведерникова, Максим Лобачев, Анна Кулигина, Евгений Погорелый. ЗапТВ.